По телевидению постоянно говорят про якобы наш газ, как будто бы газ принадлежит народу. А с 1 июля Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить регулируемые цены на газ Газпрома для российской промышленности на 5%, а цены на газ для населения предложено увеличить на 3%. Напомним, что в этом году Газпром заплатит акционерам рекордные дивиденды. Дивидендная доходность составит около 18%.